Меня зовут Дамиров Дастан. Я работаю слесарем тяжелой техники в этой мегамастерской. И я здесь в основном делаю техническое обслуживание, то есть почасовое обслуживание. Есть определенное время, когда техника должна заехать в гараж для полной проверки и замены фильтров, замены масел. Я сюда на контору пришел в 2014 году. У нас здесь вот ближе к контору, в близких селах действует стипендиальное обучение. То есть там туда поступают молодые люди, и там мы даем тестирование. Я прошел через этот тест, хорошо дав, и прошел на работу. Обучился в 27-м лицее 3 года и попал на работу, устроился сюда. Коллектив меня принял очень хорошо. Здесь есть и старшие люди, и младшие люди. Они хорошо меня приняли, обучали меня в это время. Я уже 7 лет работаю, и все хорошо. Коллектив у нас дружный. Зарплата все платится, все вовремя, в нужном размере. Как сюда пришло внешнее управление, наоборот, у нас все улучшилось. Запчасти поставляются. Как вот говорится же, что гуляет же в социальных сетях, то, что контор скоро остановится, нет запчастей. Я могу сказать, что это неправда, так как запчасти все идут, мы делаем ремонт, и машины выходят, работают. И в социальных сетях еще говорится, что поддерживать одну машину, мы останавливаем вторую машину и через делаем перекидку запчасти. Но это неправда. Мы все ставим новые, все, с запчастями у нас нет проблем.